Здравствуйте, меня зовут Ренат Исмагилов. Я хочу сказать о важном нюансе сексуального греха. Исходя из своего жизненного опыта, я заметил, что отсутствие сексуального греха играет не самую важную роль. Я верующий много лет, за эти годы пало немало служителей. У них не было сексуального греха, у них хорошие семьи, но это им не помогло. Кто-то пал из-за денег, успеха, популярности, а кто-то из-за того, что не был доволен своим положением. Поэтому я сделал вывод о том, что самое главное в том, что пройдет ли до конца успешно всю свою жизнь человек, это отстроенное духовное основание. Насколько человек глубоко познал Иисуса Христа, насколько крепко человек укоренен в Боге, вот это будет самым решающим фактором. Пример из Библии – это царь Давид. Он совершил во время своего правления сексуальный грех. Но мощное духовное основание позволило царю Давиду успешно пройти свой жизненный путь до конца. Статью вы можете прочитать в описании под видео. До скорой встречи!